Мероприятие «Ко дню города» наша телерадиокомпания не только освещала, но и устраивала сама. Так, в субботу на Красной площади чебоксарцы танцевали с ведущими молодежной программы «Яш Чух», «Щамрак Чух» и «Таван Радио». Это не просто концерт или дискотека, а творческие коллективы и финалисты проекта «Ротация» были, что называется, на разогреве публики перед основным мероприятием – танцевальным флешмобом. Поучаствовать в нем могли все желающие. Движение учить заранее было не надо. Их прямо на месте показывал хореограф. Пока чебоксарцы танцевали, жюри высматривало самых активных и талантливых. Им к хорошему настроению и выработанным во время танцев эндорфинам полагались призы. Кстати, тоже связанные с танцами сертификаты в разные танцевальные студии города. Участвовать во флешмобе можно было и заочно, не на Красной площади, а, к примеру, перед телевизором. Мероприятие транслировалось в прямом эфире.